Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий. Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал «Рецепты вкусной кухни». Сегодня вкусный и простой рецепт – макароны с сыром. Сегодняшний рецепт – это макароны, запеченные в сырно-сливочном соусе. Это один из вариантов, как вкусно приготовить макароны с сыром. Ну и вообще, как вкусно приготовить макароны. Это блюдо хорошо подойдет для приготовления быстрого семейного ужина или обеда. Я уже начал подготовку продуктов. Натер сыр маздам. Натер сыр моцарелла. Также у меня есть натертый сыр пармезан. Я заранее сварил в подсоленной воде макароны до состояния альденте. То есть не доварил их до полной готовности 2 минуты. В горячие макароны добавляю столовую ложку сливочного масла. Для приготовления этого блюда я использую макаронные изделия перья. Или как их еще называют, пени. Но вы можете использовать любые полые макароны среднего размера. Убираем макароны в сторонку. Друзья, также заранее я обильно смазал сливочным маслом форму для запекания. Для приготовления этого блюда все ингредиенты нужно подготовить заранее, так как сливочно-сырный соус готовится очень быстро. И точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Панировочным сухарям отправляю растопленное, но уже остывшее сливочное масло, копченую паприку, столовую ложку пармезана. И хорошенечко все ингредиенты смешиваю между собой. Смесь из панировочных сухарей, пармезана, сливочного масла и копченой паприки придаст запеченным макаронам золотистую хрустящую корочку. Если по какой-то причине вы не употребляете в пищу панировочные сухари, эту смесь не обязательно готовить. Блюдо можно приготовить и без нее. На горячую сковороду отправляю сливочное масло. Даю маслу растаять на слабом огне. В растаявшее масло постепенно добавляю муку и обжариваем ее, постоянно помешивая на минимальном огне до золотистого цвета. Муку обжарили. Теперь постепенно добавляем молоко и также постоянно помешиваем. Разбивая комочки, которые образовываются, соус должен быть гладким. Обратите внимание, соус стал густой по густоте, как кефир. Теперь в соус добавляем сыр. Моцарелла, маздам и пармезан. Хорошо вмешиваем сыр в соус. Сыр должен растаять в нем. Теперь в сырно-сливочный соус выкладываем макароны. Хорошо перемешиваем. Макароны хорошо смешали сливочно-сырным соусом. Теперь добавляем соль по вкусу и немного черного молотого перца по вкусу. Хорошенечко все перемешиваем. Конечно же, идеально соль и черный молотый перец добавить в тот момент, после того, как вы в соус добавите сыр. Макароны распределяем равномерно. Сверху посыпаем сыром моцарелла, сыром маздам. И тонким слоем посыпаем смесью из панировочных сухарей, пармезана, копченой паприки и сливочного масла. Емкость для запекания накрываем фольгой. И отправляю макароны в заранее разогретую духовку до 180 градусов вверх-вниз на 7-10 минут. Через 10 минут снимаем фольгу. И снова макароны отправляем в духовку. Доготавливаться при температуре 180 градусов вверх-вниз. Или можно включить режим обдув. И готовить макароны до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет приятно золотистого цвета. Готовым макаронам дать настояться ровно 5 минут. Друзья, если вам понравился этот вкусный и простой рецепт макарон с сыром в сливочном соусе, переходите в мой плейлист «Гарниры и рецепты». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Не забывайте ставить лайки и писать под видео комментарии. Мне их очень приятно читать. А также обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Всем пока и до новых встреч на моем канале!